горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил. Здравствуй, я снова здесь. Ты снова здесь. Это новая глава твоей и моей жизни. Это чил, и все как в первый раз. Меня зовут Артем Дмитриев, со мной случился традиционный летний детокс, и программы не было на звуковых радарах целый месяц. За это время я побывал на склонах гор, созерцал море и был отключен от электронных устройств. Это как раз все, что нужно, чтобы передать тебе. С тобой радиостанции, интернет-порталы, способы общения. Now
trying to make it through it all somehow. Артём Дмитриев, я бессменный автор и ведущий программы. Я рад времени, в котором оказался. Все потому, что невиданные доселе технологии позволяют нам быть с тобой на связи и обмениваться мыслями и чувствами буквально на расстоянии. Кто-то скажет, что мы превращаемся в замкнутых циников. Но я отвечу на это. Так могут говорить только ханжи. Это чил, любовь, и все продолжается. Come back, give me a sign of your love. Come back, give me a sign of your love. Come back, give me a sign of your love. Come back, give me a sign of your love. Sweet.
От Инстаграма до Телеграма, от Контакта до Кастбокса. Мы рядом друг с другом. Мой голос, твоя душа. И вместе мы делаем настоящий чил. Too far, like in 1984. Take my hand, let's get lost, like in 1984. Cold beer and blue nights, the band plays till sunrise. Yeah. Chasing dreams, walk too far, like in 1984. Take my hand, let's get lost, like in 1984. Cold beer and blue nights, the band plays till sunrise. Like in 1984. Повествование, самое время взять в руки телефон и пройти на новый сайт музыкальной программы Chill. Там все, что тебе может пригодиться. chillrussia.ru. Красота в цифре. Приходи. Сегодня я собрал для тебя особую звуковую картину. Затем, чтобы тебе было легче жить. Музыка неосязаема, но ее живительная сила исследована учеными. И радуйся, что мы единственные на планете, кто способен осознавать и получать удовольствие от музыки. Никому из животного мира это недоступно. Приятный факт, не правда ли? Chill.
А еще я видел небо, голубое небо над морем. Это то самое чувство, когда тебе просто спокойно, когда понятно, что делать и как жить. И это...
Вообще, я много общаюсь в социальных сетях. Я живу интересную жизнь, и приятно осознавать, что человек, мыслящий похожим образом, живет где-то рядом и может мне ответить. Я сейчас говорю о тебе. Ты где-то близко. Я чувствую это. А музыка нас сближает. Чилл предлагает особую услугу для особых задач – музыкальное поздравление. Пожалуй, самый оригинальный способ поздравить близкого с днем рождения или с годовщиной отношений. Музыкальное поздравление – это голос Чилл, особый микс, оригинальный текст. Студия, подарившая нам Чилл, Артем Дмитриев Продакшн, представляет музыкальные поздравления. Подробности в группе ВКонтакте vk.com/ArtDmitriev. Thank you.
вернуться и обнаружить все на своих местах и даже в лучшем состоянии. Сегодня мы запустили новый сайт, новое оформление и родился новый чил, который будет таким же, как прежде, и, конечно, изменится безвозвратно. И парадокса тут никакого нет. Будущее покажет, что будет происходить. Приятно, что каждый из нас находится в первом ряду и будет наслаждаться действом. Ведь это действо называется жизнь. Все продолжается. Я снова здесь. И ты здесь. Это новая глава твоей и моей жизни. Это чил. Мы достигли финала. Пора перейти к классике. Перед тем, как мы это сделаем, помни, chillrussia.ru – твой билет в красоту. Заходи.
Классика. Здесь сегодня будет конец 90-х и британская певица Трейси Торн. Чтобы понять, чем она так примечательна, представь себя на коне, несущемся по пустыне, в котором вдруг высаживаются инопланетяне. Такова и Трейси Торн. Классика. Песня «The Tree Knows Everything» через мгновение. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Ну а мы услышимся через неделю. Пока. Свежий выпуск ждет вас на сайте chillrussia.ru. Все будет chill. Сделано в Артем Дмитриев Продакшн.